В Кингисеппе следственными органами задержан директор местного водоканала Виктор Комаров. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Установлено, что мужчина, являющийся генеральным директором организации, в период с декабря 2016 года по февраль 2017 года совершил хищение денежных средств в сумме более 2 миллионов 280 тысяч рублей, перечисленных организаций из бюджета Ленинградской области, счет оплаты работ по неофициальному контракту по промывке магистральных водопроводов, расположенных на территории Кингисеппского района Ленинградской области, которые фактически организации выполнены не были. Накануне Следственным комитетом совместно с ОБЭП в офисе Кингисеппского водоканала был проведен обыск с изъятием документов. Виктор Комаров помещен в следственный изолятор под стражу. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.